Дорогие друзья, завершит нашу сегодняшнюю встречу выступление юного, совсем юного музыканта. Это 12-летний пианист Даниил Богданов. Он ученик 6 класса Центральной музыкальной школы в классе преподавателя Марины Ивановны Богдановой. За его плечами тоже большое количество лауреатов международных конкурсов, на конкурсах всероссийских. Совсем недавно он стал лауреатом всероссийского конкурса имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Сегодня он будет играть с оркестром в третий раз. Но я вчера присутствовала на репетиции и увидела, насколько здорово этот музыкант ориентируется в оркестровой музыке. Он сел за рояль, сложилось у меня такое впечатление, что с оркестром концерты он играл уже много-много-много лет. Сознанием дела очень тонко, смело и ярко. Итак, в исполнении Даниила Богданова слушаем часть из фортепианного концерта Эдварда Грига.
сказал на ушко. Я ему сказал, ты лучше всех.